Hello. Hi. Excuse me, where are you from? We're from Belgium. Brussels, Belgium. And Switzerland. And Latvia. And from everywhere. Uh-huh. Latvia, Switzerland and Belgium. Yep. Yes. Do you speak English? Yes. Yes. Please give me one short interview. Okay, yeah. Okay. Did you know that Russians like to juggle cobblestones? What are cobblestones? Cobblestones, Pflastersteinen. Okay, no, I didn't know that. Ackman. 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 Latvian language, Ackman. Germany, Pflastersteinen, English, cobblestones, Russian language, Булыжник. Булыжник. Yeah, you should come to Belgium, we have a lot of... Did you know that Russians like to juggle cobblestones? No. Would you like to know more about it? Sure, yeah. Would you like to see how to do it? Sure, go ahead. Are you ready to see it right now? Yeah. Yes? Sure. Sure. Of course. Okay, follow me. Let's go. Come with me. Follow me. Follow. Please tell me, man from abroad, why did you come in Russia? For many reasons. To discover the culture, because I'm a fan of the cinema, Russian cinema. Uh-huh. Russian cinema, Russian culture. Yeah, exactly. The Soviet history. For what other reasons? She's from Russia, actually. I mean, I'm she's from Latvia. No, you're Latvian. But почему вы, девушка из Латвии, приехали в Петербург? Да, я никогда не была в России. Мы все-таки соседи. Ну да, и вы так хорошо поговорите по-русски, что несколько неожиданно, потому что мы считаем, что в Латвии уже, наверное, забыли русский. Нет, все равно половина, каждый второй человек говорит по-русски. Ага, нет, да? Да. Ага. А почему вы вот все еще знаете русский язык? Потому что я выросла у моих родителей были русские друзья, мой дедушка по-русски говорит, и я научилась от них. Ага, да. А слово «булыжник» вы знали? Не знала. Не знали. То есть не для знала. Вас вот это просто камни были раньше? Да. Камни. То есть сейчас это больше для вас, это булыжник еще. Буду знать, спасибо. Так, вот здесь. Нам сюда сейчас повернуть надо. Так. Согласитесь, какая прелесть, мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь, орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю, моих грехов разбор, отставьте до поры, вы оцените красоту игры. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Государства пока что нет, не оказало, но я думаю, что недалек тот час, когда окажется. I like it. Okay. Охренеть. Je ne passe уже до пьесижу. From abroad. Please give me your opinion about it perform. You start. You go ahead. Okay. I was very impressed by this performance with these very heavy cobblestones.
I thought it was very impressive juggling with these very heavy stones. And I'm wondering if everybody could do it here in Russia. Uh-huh. And if so, I'll come back. Oh. Why you want to come back? Why do I want to come back? Maybe not for the food, but for the rest. Окей. Девушка, скажите, пожалуйста, вот только что вы стали свидетельницей жонглирования булыжниками в России. Ваши впечатления? Я думаю, я что-то научилась. Вы дали мне желание научиться наконец-то читать по-русски. Ага. И прочитать книгу, и видеть эти три фильма. И узнать больше, почему жонглируют cobblestones. Булыжниками. Булыжниками в России. Акменас. Акмени. Акмени? Да. Акмени. Почему жонглируют булыжниками в России? То есть вам захотелось узнать после того, как вы увидели, как один россиянин жонглирует булыжниками, почему в России жонглируют булыжниками? Что же в голове, да? Что же в голове вот у этих россиян? Захотелось ли вам самой научиться жонглировать булыжниками? Нет. А можете его спросить на английском правильно, а захотелось ли ему научиться жонглировать булыжниками после того, как он увидел, как я жонглирую булыжниками? After having seen how he juggled with the cobblestones, do you now want to learn how to juggle cobblestones? Not really, because I would get hurt. Not, не уверен он, да? Он не хотел бы, потому что он бы, наверное, поранился. Ah, yes. Because it's, do you think because it's danger for you? Yeah, it looks dangerous. Yes, it looks dangerous. Okay. Thank you very much. Thank you. Посетить уроки жонглирования булыжниками, так как нам, девушкам из Петербурга, очень интересно на это посмотреть.